Динофрос. Fearless of danger, they have to take a stand. The superheroes are ready for battle, using their special powers together. Dino Frost, driven to win one for all and all for one. Dino Frost, nothing can stop them, not even SR1. Dino Frost, fighting together to save the whole planet. Миссия «Белый дракон». Профессор, это полная чушь. Мой отец никак не мог быть двойным агентом. Успокойся, Том. Я специально рассказал все Эрику, потому что знал, что ты мне не поверишь. Твоего отца нет слишком долго. Я боюсь, у него серьезные проблемы. Значит, профессор все подтвердил? Да, он хотел рассказать мне все раньше, но не мог из-за данного отцу обещания. Мне кажется, он очень переживает за твоего отца. В какой-то момент мне захотелось сказать ему, что я знаю, где он, что он застрял в доисторическом времени. Потом я бы рассказал ему другие невероятные вещи, в которые верил мой отец и о которых профессор должен бы был знать. Но ведь если бы отец этого хотел, он бы сам ему все рассказал. Но почему-то он, видимо, решил ничего ему не рассказывать. Ты правильно сделал. Нельзя говорить профессору о том, что мы динофрозы и боремся с драконами за спасение человечества. Он подумает, что мы чокнуты. Профессор Ворнелл, я подготовила вам в конференц-зал, как вы и просили. Спасибо, Грета. Дайте мне знать, когда все члены совета будут в сборе. Кстати, как идут дела в Найроби? Наша команда уже на месте. В данный момент они уничтожают доказательства, а затем продолжат работу по плану. Докладывайте мне обо всем происходящем. А это немедленно передайте нашим техникам, пусть проверят, можно ли восстановить удаленные файлы. Я так понимаю, что кто-то пытается нас перехитрить. Том Картер очень упертый молодой человек. Интересно, насколько его хватит. Класс, после того, как закончите, оставьте свою работу на столах. Том, мы как раз вовремя, наша игра включилась. Хорошо, что сейчас нет урока. Встретимся, как обычно, в научной лаборатории. Послушай, Боб, если Алиса тебе так нравится, пригласи ее на свидание. Э! Отстань! Место свободно. Заходим. Победить в прошлом, чтобы спасти будущее! Спинрок, мастер в бой! Давай! Отлично! Тирекс, давай! Смелодон! Вперед! Смелодон! Птеродактиль! Эрик, ты снова мастер? Я очень хотел посмотреть на кладбище динозавров. Расскажите мне, когда вернетесь обратно.
А сейчас... начинается поиск нового фрагмента Рок-Фрос. Да, это и вправду похоже на кладбище. Мрачное местечко, зато тут не видно живых драконов. Странно. Не лучшее место для прогулок. Мне бы не хотелось иронизировать на эту тему. Но если здесь не окажется драконов, нам повезло. Господин, я и мои воины готовы отправиться на кладбище. На этот раз вам выпала высокая честь сразиться с динофрозами. Посмотрите на этого подлизу Влада. Он так собою гордится. О чем вы там шепчетесь, генералы? Мы хотели сказать, что уверены в победе генерала Влада. Кладбище драконов — это идеальное место для атаки. Сегодня настал великий день. Нас ждет победа. Знаешь, Гладиус, ты сам виноват. Надо было поступать разумнее. Я хочу, чтобы он оттуда не вернулся. Это решит все проблемы. Глупец, если он погибнет, он станет героем. Лучше поможем ему проиграть. Это унизит его. Да, так мы унизим его в глазах Нецерона. Именно. И я уже придумал, как это сделать. Ну и местечко. У меня уже коленки трясутся. Вы это слышали? Что это? Тебе надо было пригласить сюда Алису. Было бы что вспомнить. Когда ты наконец... А? Потише, ребята. Тут кто-то есть. Держите спинрок наготове. Фу, Мелстон. Мелстон, что-то случилось? Я ждал вас, Динофрос. У босса сегодня тяжелый денек. Да, заседание совета — серьезное дело. Только я никогда не видел тех, кто на нем заседает. Я тоже, и поверь мне, так намного лучше. Меньше знаешь, лучше спишь. У них, наверное, куча денег. Да, у отдела Дельта-2 есть деньги, власть, технологии. Но вот хорошего кофе у них, к сожалению, нет. Ко всему можно привыкнуть. К плохому кофе? Нет, это невозможно. Нет, я имею в виду тайны. Скрывать научные открытия и манипулировать ими совсем непросто. Но кто-то ведь должен это делать. Я должен был вас предупредить. Теперь мне пора обратно к шаману. Удачи вам. Динофрос эволюция! Мелстон предупреждал, что они устроили нам ловушки. Расслабься, все будет в порядке. Джон! Боб! Эй, отпустите меня! Эти кости прочные, как сталь. Чтобы отсюда выбраться, нам понадобится помощь. Они в ловушке. Я должен срочно им помочь. Нужно нейтрализовать энергию местного Рок-Фроза. Но куда пропала карта, которая это делает? Мы не выберемся самостоятельно. Остается надеяться на помощь Эрика. Я чувствовал, что все плохо закончится, но не настолько плохо. Поверь мне, все будет намного хуже, чем ты себе представляешь. Это генерал Влад. Я решил для разнообразия сделать вас пленниками. Где же эта карта?
Мы не намерены вас убивать. Так до чего вы хотите? Я хочу знать, где вы прячете весь собранный Рокфроз. Так мы вам и сказали. Вы у меня все равно заговорите. Я смотрю, у Влада дела идут неплохо. Что будем делать? Попытаемся ему помешать? Нельзя, чтобы нас заметили. Пусть динофрозы сперва освободятся сами, а потом мы им немного поможем. Все-таки она нашлась. Вперед, драконы-вампиры! Они превратились в летучих мышей! Они хотят превратить нас в вампиров! Нет, убирайтесь! Шторм Рокфроза, противостояние! Скорее! Эрик сделал это! Скорее! Нам надо освободиться! Ночные клыки! Они все-таки укусили его! Джон превратился в вампира! Я уничтожу вас, динофрозы! Скажи, где вы его прячете? Где Рокфроз? Рокфроз — это выдумка. Нужно узнать, что произошло с Джеймсом Картером. Он не мог просто испариться. Ждать ли нам от него сюрпризов? Что вы сделали, чтобы оставить его? Вы не понимаете. Я хочу войти в доверие к его сыну Тому. Я уверен, что он знает, где отец, чтобы узнать. Это нужно время. Профессор Ворнелл, вы, наверное, забыли цель нашей операции под названием «Белый дракон». Ведь это на вас лежит ответственность. Вы ведь понимаете, что значит для нас эта миссия? Наша цель — не допустить, чтобы человечество узнало о существовании драконов. Он был успешным исследователем, пока не нашел скелет дракона. Профессор Ворнелл, может быть, вам мешают некоторые из коллеги из вашего института? Если не хотите работать, так и скажите. Мы найдем вам замену. И кто-нибудь другой возглавит операцию «Белый дракон». Джон хочет превратить Боба в вампира! Нужно немедленно остановить его! Ночные клыки! Доспехи лунный Тирекс и лунный Трицератопс! Отлично, Эрик. И главное, вовремя. Ты станешь одним из нас. Ослепляющий взрыв. Одним солдатом меньше, генерал. И это только начало. Наслаждайтесь, динофроз. Ваш конец близок. Как много ты нашел таких рисунков, Мелстон? К сожалению, их не так много. Среди людей слухи быстро распространяются. И что ты думаешь?
Жители деревни знают, что молодые люди умеют превращаться в динозавров, используя вращающийся кристалл. Этого я и боялся. Скоро об этом может узнать Нецерон. Хватит ждать! Пора действовать! Еще не время! Нельзя навредить Джону! Но мы не можем позволить ему превратить нас в вампиров! Генерал Влад разошелся не на шутку, но я ему устрою. Атака Рокфроза — первобытный крик! Двоих уложили, остался самый крупный. Сила Рокфроза — ледяной ветер! Ну что, сдаешься? Парализующий яд. А теперь финальный удар. Стой! Зачем ты меня остановил, генерал? Это драконы-стражники! Придется переждать, они могут нас заметить. Они нас уже заметили. Что это у них в когтях? Похоже на камень. Приближается затмение. Боб, присмотри за Джоном, а я займусь поиском Рокфроза. Хорошо. Послушай, мы друзья, мы не должны сражаться. Ты будешь говорить мне, что нужно делать, толстяк? Что ты сказал? Ты толстяк. Все тебя так и называют. И поэтому ты не нравишься Алисе. Ну-ка, повтори. Ты толстый жирдяй. Жалкое подобие человека с дряблым телом. Мне продолжать? Ну все, Джон. Ты нарвался на неприятности. Где же он? Может, в этом старом склепе? Вероятно, это какой-то старый склеп. Или даже кладбище драконов. Наши люди нашли множество останков драконов в этом месте. Разумеется, мы очистили территорию и перенесли останки в надежное место. Отличная работа, Грета. Благодаря вам человечество никогда не узнает о существовании драконов. Это открытие останется тайной. Совещание прошло хуже, чем вы ожидали. Эти картеры уже давно нам мешают, но я с ними покончу. Что, устал? Неудивительно для такого толстяка, как ты. Вот почему Алиса даже не смотрит в твою сторону. Ты такой толстый, что не можешь поднять свой зад. Ха. Если Рокфрост где-то здесь, я увижу его свет. Я должен идти на свет. Вот он! Это то, что нам нужно! Новый осколок Рокфроза! Ого! Отлично! Дружище, что с тобой? Почему ты на меня набросился? Зачем ты бьешь меня? Я же не дракон! Сначала возьми свои слова обратно! Остановись, Боб! Я нашел Рокфроз, и Джон снова стал нормальным. Я же тебе говорю, отпусти меня. Я больше не вампир. Значит, все прошло. Чего ты так переполошился? Я что-то не то сказал. Неважно, проехали. Соберитесь, нам пора возвращаться. Возвращаться.
Скорее, скоро начнется урок. Хорошо. Посмотрите. У нас в руках новые карты. Теперь мы еще сильнее. Динофрозы, вперед! Да! Есть только один способ сохранить в тайне существование динофрозов. Нужно стереть все воспоминания. Каждый из жителей деревни должен забыть то, что он видел. Сила ветра, очисти их разум. Ветер сотрет все. Шаман, ты в порядке? Все хорошо. Мне пришлось потратить на это много энергии. Теперь остается только ждать. Будем надеяться, что твои труды не были напрасными. Хотелось бы в это верить. Динофрозы снова выиграли. Генерал Влад оказался неспособным защитить Рохфрас. Сэр, мы видели, как тяжело было Владу, но мы не успели прийти ему на помощь. Динофрозы оказались сильнее. Меня это не интересует. Где то, зачем я вас послал? Эти странно одетые люди. Значит, это они способны превращаться в динофрозов. Это же всего лишь мальчишки. Теперь я знаю, как нам действовать дальше. Генералы, ваша задача — разобраться с этими коротышками. Слава великому Нецерону! Победа драконов! Save the whole planet.